Здравствуйте. Сегодня понедельник, 22 апреля. В студии Рушан Бараев. Коротко о главном. В Карагандинской области впервые под суд попал ребенок за ложное сообщение о бомбе в школе. Памятник преткновения. В Караганде собирается убрать бюст Жакыпа Акбаева и снести деревья в одном из скверов, чтобы сделать там дорогу. Продать любой ценой. Автомобилисты опасаются, что авторынки после паводков скоро заполнятся машинами-утопленниками. Память о вас вечна. В преддверии Дня Победы прошел субботник на памятнике-мемориале воинам, умершим в госпиталях Караганды. С одноклассником хотели посмеяться. В Карагандинской области впервые под суд попал ребенок за ложное сообщение о бомбе в школе. Репортаж из зала суда Людмилы Батюшкиной. 15-летний мальчик низко опускает голову. Мама плачет. Просят не показывать их лица и изменить голос. «Мы и так опозорились», признается мать. 5 месяцев назад мальчик, находясь в школе, позвонил с телефона одноклассника в службу 112 и сообщил, что он заминировал школу. Реализую свои преступные намерения, направленные на заведомо ложные сообщения об акте терроризма, и понимая, что своими действиями может нанести вред общественной безопасности, общественному порядку, нормальному функционированию государственных органов, сея панику среди населения. Из здания школы всех эвакуировали, были стянуты все службы, ограничено движение. Почему вы сами решили этот вопрос? Для чего? Чтобы посмеяться с одноклассником, посмотреть все это, что будет именно, кто вот и приедет. Посмотреть, кто приедет? Mm-hmm. Ну, то есть пошутить решили, да? Да. О том, что такая шутка может привести к штрафу до 18 миллионов тенге или лишению свободы на 5 лет, мальчику и маме рассказали полицейские. Ответственность по статье 273 Уголовного кодекса наступает уже с 14 лет. Я хотела вашу честь узнать, могут посадить реально это или нет. Он реально очень сильно раскаивается, и я с ним много бесед вела. Он пожалел, что он это сделал реально. Я просто переживаю за остальных своих детей. Прокурор Темиртау предложил мальчику процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Гособвинитель запросил самое мягкое наказание – год ограничения свободы. Судья поддержал. Год подсудимый будет обязан отмечаться в службе пробации, не выходить из дома после 10 вечера, не посещать игровые и увеселительные заведения, не употреблять спиртного, не общаться с людьми, которые ведут антиобщественный образ жизни. Если будете злостно уклоняться, то есть нарушать установленные требования, суд по представлению службы пробации может заменить ограничение свободы, неотбытый срок ограничения свободы на реальное лишение свободы. Вам это понятно? Родители возместили расходы спецслужбам. 82 тысячи тенге полиции, около 17 тысяч скорой и 16 пожарной службе. Еще 52 тысячи должны фонд компенсации потерпевшим. Для многодетной семьи это большие деньги, призналась мама. Хотя все могло обойтись гораздо хуже. За процессом наблюдали воспитанники школы юных юристов. Ну, я была очень шокирована. То, что он сделал такую шутку, а маму очень жалко, потому что, ну, ей все это выплачивать, и она сидела там, ну, ее очень жалко. Считаю, что так шутить лучше не надо. Вот да. Они пошутили, они думают, что все, это никто не знает, все будет хорошо, а вот в итоге статья, уголовное дело, штрафы. В течение 10 дней мальчику нужно явиться в службу пробации Темиртау и встать на учет. Теперь в течение года за ним будут наблюдать. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5-й канал. Продать любой ценой. Паводки еще не закончились, автомобилисты уже опасаются, что авторынки заполнятся машинами-утопленниками. В наводнениях под водой остались десятки машин, а пострадали от воды сотни. Оправданы ли опасения и как отличить такую машину, выясняла Людмила Батюшкина. Александр Пономарев хочет обновить машину, но новая в автосалоне не по карману. Там цены слишком завышены, считает молодой человек. Ищет на вторичном рынке, но есть опасность купить утопленное авто. Их хозяева сейчас могут перевозить в другие регионы, чтобы избавиться. Если машину хорошо подготовят к продаже, то вообще ничего нельзя будет найти. Это все выливается уже впоследствии. Вода абсолютно на все влияет. Что касаемо двигателя, то есть вплоть до того, что мог произойти гидроудар, электрики, то есть электрика в первую очередь страдает, после чего там через какое-то время, 5-6 лет, начинает страдать кузов машины, очень сильно гнить. Это все в дорогостоящий ремонт вытекает.
Одни эксперты считают, что ничего страшного не будет, потому что сейчас мало людей покупают подержанные авто. Другие, что они будут спасением для рынка, потому что будут продаваться по бросовой цене, и их смогут купить малообеспеченные слои. Третьи, что утопленники есть на рынке всегда, и не только из Казахстана. Их продают дешево, но восстановление выливается примерно еще в такую же сумму. Однозначно появятся проблемы с затопленными машинами. Нужен будет их сбыт в первую очередь, хоть по дешевой цене, либо по рыночной. Будут их реставрировать. Да, можно по ВИН-коду определить, с какой страны, где эта машина была произведена. Но, естественно, продавец будет настаивать, что данные автомобили не участвовали, не были повреждены во время подтопа. По мнению автоэксперта Вадима Аскерова, так как во время паводков было эвакуировано более 120 тысяч человек по Казахстану, на рынке в скором времени появится от 1 до 5 тысяч машин, побывавших в воде. Отличить их трудно, но можно. Искать надо в труднодоступных местах. Обязательно нужно обратить внимание на воздуховоды, дефлекторы, так называемые системы кондиционирования, чтобы там не было внутри ила, грязи, глины. Обязательно нужно обращать внимание на салазки сидений с обратной стороны, то есть снизу под сиденьем, на предмет ржавчины, на предмет видимых грязевых следов каких-то. Также эксперт советует снять хотя бы одну уплотнительную резинку дверного проема и осмотреть ее изнутри. По ним можно определить даже ватерлинию, до какого уровня машина была в воде. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5 канал. Памятник преткновения. В Караганде собираются убрать бюст Жакыпа Акбаева и снести деревья в одном из скверов, чтобы сделать там дорогу. А все для того, чтобы обеспечить сквозной проезд на тупиковой улице. Мнение жителей выслушала Ирина Вовищевич. Я сейчас к себе во двор попасть не смог. Из-за того, что наш уважаемый сосед вот так вот распорячил свою машину, как я должен тут заехать? Я бы заехал и не мешал. Вот вам, пожалуйста, транспортный коллапс. Начиная с зимы и до сегодняшнего дня люди активно шлют видео с заторами на улице Чижевского. Ситуация, по мнению проживающих, там вышла из-под контроля и дальше так продолжаться не может. В 9 часов, в 8 часов и вечером такая же история. Вот когда вот планируют вот эти вот детские сады, да, можно же как-то решить вопрос, допустим, с парковкой. Если парковки нет, зачем разрешать, зачем сексуальную вот эту напряженность создавать? Дело в том, что на тупиковой улице Чижевского появился несколько лет назад частный детский садик, а затем он еще и расширился. В определенное время родители единовременно стремятся привести и забрать детей, и каждый хочет подъехать прямо ко входу. Иногда это кончается серьезными разбирательствами. Это частный бизнес. Вы понимаете, что сейчас на Лалыкина намного хуже пробки и на Ахалова. Тогда давайте и Народный банк закроем, и Медакадемию закроем. Сейчас везде пробки. Таких пробок, которых вам описывают, нету. Можете 2 дня приехать для анализа, постоять на этой улице. Собственники садика, по словам местных, пользуются былым авторитетом. Вхожи в кабинеты и не нашли ничего лучшего, как вместо того, чтобы запретить подъезжать к садику родителям, решить вопрос, уничтожив сквер и открыв проезд через памятник. И прилетело такое голосовое сообщение о том, что соседи, потерпите, я там зашел в акимат, переговорил, будет у вас новая дорога. И будете спокойно ездить. Проект готов, договора подписаны. То есть, получается, бывшие начальники, бывшие депутаты решают свои вопросы, лоббируют интересы своего бизнеса. Мне дорога под окнами здесь абсолютно не нужна. Я за этот сквер. Оказывается, был суд, и по его итогам в план детальной планировки планировочного района «Новый город» внесли изменения. По центру сквера пройдет 7,5-метровая дорога. Памятник перенесут, а несколько сосен придется ликвидировать. Но и тут мнения населения разделились. Да и вопрос, говорят, не только в садике. Без аварийного проезда не сдадут новую многоэтажку со скандалом, строящуюся на улице Чижевского. Самое главное, да, вот Народный банк здесь стоит, знаете, да, он 1 9-этажка, 2 9-этажка. Вот суд решил, когда дал разрешение 9-этажке, что здесь будет выезд. Это было собрание, они обещали, и есть уже решение, что здесь будет проезд. Это будет разгрузка, не с одной стороны заезд, это как бутылку залазишь с одной дырки. А здесь и с той, и с этой. Вы разгрузили. Поток на 2 разделили.
В отделе коммунального хозяйства вопрос уже решили, и вот как ответили. В настоящее время в связи с застройкой вдоль улицы Чижевского во избежание заторовых ситуаций для развития общей инфраструктуры города в текущем году в летний период будет проведено обустройство проезда через сквер между улицей Алалыкина и улицей Чижевского. Протяженность необходимой дороги 80 метров. Я не знаю, куда смотрит управление парками, на самом деле, Акимат. У нас и так в городе мало зеленых мест, и вырубать деревья ради комфорта жителей 7 домов, они просто хотят для себя сделать отдельную дорогу, я смысла не вижу. Я, как житель этого района, категорически против этого плана, ввиду того, что этот сквер – место притяжения горожан. В последнее время у нас здесь стали проводить ярмарки, это городская инициатива, и вот рождественские ярмарки на Наурыз. Здесь очень много людей сидят на лавочках. Местные жители по большей части намерены отстаивать сквер, а для решения проблемы хотят установить шлагбаум напротив здания Казахтелекома, чтобы не пускать посторонних, избавиться от заторов и сохранить сквер. Старожилы говорили, что раньше всегда здесь был проезд. Плюс со стороны Халыкбанка, да, у них, я не знаю, вот вторая сторона Чижевского, когда по круговому проезжать, если там у них что-то хранилище или что-то такое, в общем, они тоже этот проезд в свое время закрыли. В свое время, когда разрешение давалось, я думаю, на строительство того или иного ЖК или там коммерческого помещения, то есть вот эти моменты не учитываются. Имеем то, что имеем. И по данному вопросу, да, по садику и по проезду на Алалыкина еще будем однозначно встречаться. Ирина Вабищевич, Зулхарнай Исмахаев, Равиль Валиев, 5-й канал. Отпор кибермошенничеству. В Караганде состоялась встреча начальника департамента полиции с директорами и преподавателями учебных заведений. Мероприятие нацелено на повышение правовой и финансовой грамотности населения во избежание интернет-мошенничеств. Дежурные сутки у нас регистрируются минимально, это 7-10 преступлений именно по интернет-мошенничеству. Задача и цель наша стоит в том, чтобы довести до всех, как не попасть на уловки мошенничества, также какие виды мошенничества довести. По данным этого года в Караганде зарегистрирован 291 факт интернет-мошенничеств. Из них 84 случая произошло в отношении сотрудников образовательных учреждений. На совещании поговорили о безопасном пользовании интернетом, о том, какие действия предпринять, не оказавшись на крючке у кибермошенников. В своем докладе Ирина Назырова привела личный пример и напомнила о правиле, касающемся всех и распространяющемся на все жизненные секторы – хранить тайны. Со стороны данного человека были попытки, как говорится, меня запугать. Разговор был закончен тем, что я сказала, я буду обращаться в киберпол города Караганды. Но это в силу того, что уже при взаимодействии с правоохранительными органами нашего города очень много информации поступает, и я могла адекватно на это отреагировать. Но вы прекрасно знаете, что да, иногда бывает волнение, иногда мнительность, иногда бывают такие аргументы, которые нас могут ввести в заблуждение, потому что этот молодой человек сказал, вы же недавно меняли документы, а действительно, я недавно меняла документы. Отметили, что профилактические мероприятия предостерегают, помогают не попасться на аферы. Информационная работа проводится сотрудниками полиции повсеместно. И на мероприятии раздали памятки предупредительного характера. Рассказали о проводимой деятельности, направленной на борьбу с интернет-мошенничеством. С начала текущего года сотрудниками полиции проделана следующая работа. Размещено 45 информаций в социальных сетях. 27 раз выступили на телевидении, установили 7 билбордов по городу Караганде, провели 36 встреч об образовательных и частных организациях, разработали 36 видеороликов, организовали 35 аудиооповещений. Встречу посетили представители местных исполнительных органов, управления образованием. Также пригласили работников сферы образования для того, чтобы полученную информацию присутствующие передали преподавательским составам. Провели в учебных заведениях беседы с детьми и родителями. Дарья Чеканина, Миржан Жумамуратов, Николай Шевелев, 5-й канал. Подвиг ваш бессмертен, память о вас вечна. В преддверии Дня Победы преподаватели и студенты медицинского вуза провели субботник на памятнике мемориале воинам, умершим от ран в эвако-госпиталях Караганды в годы Великой Отечественной войны. Подробнее в сюжете. Ну, по опыту мы это делаем, занимаемся этим постоянно, поэтому...
Это только со стороны кажется, что работы немного, но необходимо регулярно следить за памятниками, чтобы они не поросли бурьяном и не было разрушений. В этом году исполняется 79 лет со дня Великой Победы, а также 32 года со времени образования Вооруженных сил Казахстана. К этим датам ежегодно на военной кафедре медицинского университета устраивают субботники на памятнике-мемориале воинам, умершим от ран в ЭВАКа-госпиталях Караганды в годы Великой Отечественной войны, а также на захоронениях героев Советского Союза. В Караганде было около 6 госпиталей. Один находился непосредственно сейчас в здании университета Балашак. Ну и, соответственно, вот это захоронение, оно было объединено. И здесь, на Михайловском кладбище, был открыт в свое время мемориал. В конце 1941 года Карагандинским облздравоотделом по особому заданию было развернуто 6 госпиталей для размещения раненых с фронта. Были приспособлены лучшие здания – фельдшерско-акушерская школа, учительский институт, бывшие здания горком партии, комбинатов «Карагандауголь», «Шахтстрой», клуба железнодорожников сортировки. Не все смогли оправиться от тяжелых ран. Успокоение в Карагандинской земле нашли уроженцы многих союзных республик. Сначала хоронили прямо во дворах госпиталей. В 1946 году по указу останки перезахоранивали в братской могиле. Братская могила 17 советских воинов, умерших в госпиталях города Караганды во время Великой Отечественной войны. Мы брали все лишние растения и также покрасили заборы. Ирина Вабищевич, Николай Шевелев, Пятый канал. В рамках республиканской экологической акции волонтеры одной из общественных организаций провели уборку и благоустройство мест захоронений общественных деятелей, известных ученых. Молодежь активно участвует в общественной жизни региона, выступает с инициативами. В рамках недели Киэлэ-Микен республиканской акции волонтерский центр «Безбармес» провел работу по благоустройству могилы академика Евнея Букетова. Мы пришли на кладбище, где захоронен Евней Букетов, известный многоуважаемый человек. Мы считаем это место святым. Ухаживать за могилой, помогать в благоустройстве и уборке – это наш долг, как и помнить и ценить вклад Евнея Арстановича. Могу сказать точно, что мы не остановим нашу работу и будем вовлечены в подобные мероприятия. Евней Букетов был ученым в областях химии и металлургии. С 1972 года он занимал должность ректора Карагандинского государственного университета. Сегодня учебное заведение названо его именем. Студенты чтут память выдающегося деятеля. Здесь на кладбище похоронены жена и сын Евнея Арстановича. Волонтеры очистили прилегающие территории и восстановили разрушенные места. Как для меня, так и для всей моей команды очень важно участвовать в таких акциях. Все в руках нашей молодежи. Хотим, чтобы родная земля была чистая и ухоженная. Пусть люди ценят труд друг друга, в особенности берегут священные места, мавзолеи и памятники. А наша работа будет и дальше направлена на благо. Дарья Чеканина, Шалкар Алтынбеков, Николай Шевелев, Пятый канал. Все профессии нужны, все профессии важны. В Караганде прошла ярмарка вакансий, где абсолютно все желающие могли подобрать себе дело по вкусу. Посмотреть, какие условия и работу предлагают работодатели, поехала наша съемочная группа. Айдар Абишев учится в университете на электрослесаря. Близится лето, и у всех студентов начинается обязательная стажировка. К счастью Айдара, в Караганде прошла ярмарка вакансий, где студент смог найти себе дело по душе. Я пришел на ярмарку вакансии, чтобы найти себе практику. Тут очень хорошие возможности. Я очень советую молодежи, чтобы они все приходили сюда и выбирали тут. Вообще это очень полезно делать такие ярмарки, потому что тяжело найти место для практики или для чего-нибудь еще. Ярмарка проводится каждый месяц. Главная цель, как ни странно, заключается в помощи нахождения работы тем, кто в ней нуждается. По словам директора Центра трудовой мобильности Нуржана Сыздыкова, на сегодняшний день только по Караганде доступно более 2000 вакансий. Все, что требуется от тех, кто ищет работу, это желание, говорит директор. На сегодняшний день в нашей ярмарке участвует свыше 40 предприятий, и свободных вакансий по Караганде у нас на сегодняшний день 2500 вакансий у нас на сегодняшний день есть. Также цель нашей ярмарки вот для выпускников колледжей, университетов, также для каникулярного периода. Каникулярный период от 16 лет на общественные работы, чтобы мы направили по согласию родителей.
Здесь же вот работодатели, они могут прийти, посмотреть, какие работы у нас на сегодняшний день есть. Сейчас в планах организаторов проводить подобные мероприятия не только в Караганде, но и в Темиртау, Абае, Саране и в других населенных пунктах области. На ярмарке также предусмотрены консультации юристов и органов правопорядка, которые могут помочь с нахождением работы лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. У нас на сегодняшний день по квартирным рабочим местам для алименщиков, да, также приглашены сегодня прокуратура Алихан Букихан, Казюбийского района, также с юстицией, чтобы люди могли получить консультации и также они оказывать содействие их трудоустройстве. Кто на службе пробации стоит, кто с мест лишения свободы пришли. Вот эти все мы могли уже на сегодняшний день им оказать содействие в дальнейшем их трудоустройстве. Антон Александров, Максим Трезуб, Зулхар Наесмахаев, Николай Шевелев, Пятый канал. Возмущение и сострадание. В Карагандинском экомузее прошла фотовыставка «Изменение климата за кадром». Своими работами фотографы поднимают вопрос защиты окружающей среды и сохранения природных богатств. Ну, это сразу видно, понимаешь, вот когда ты видишь такой сюжет, да, вот это же сюжет, так сказать, документальный, и видно, что, ну, как можно там, тут люди занимаются спортом, отдыхают, там, вот на этом берегу, вот, где мы стоим, да, а на них вот это все дымит, уничтожает здоровье их. Конечно, это вызывает как бы возмущение и какое-то сострадание, что ли. Вздымающие вверх клубы дыма, идущие из заводов и предприятий, видны с любой точки города. Фотографам мимо такой картины невозможно пройти, не запечатлев ее. На выставке представили более 80 снимков, кричащих о серьезных экологических проблемах региона. Негативное такое воздействие происходит на природу, а восстановление немножко отстает. Восстановление природы. Поэтому, ну, как бы мы, как фотохудожники, ну, призваны как бы обозначить эти, поставить эти вопросы. Как мы не можем на них ответить, но поставить их, так сказать, открыть глаза на это мы можем. Мы, власти, так сказать, мы считаем, должны принимать как-то меры для того, чтобы уменьшить вот эти негативные влияния человека на природу и больше уделять внимание сохранению природы. Мотивом к проведению экологического мероприятия послужила проблема глобального потепления. Но заостряться на одной теме организаторы не хотели. Экспозиция рассказывает не только о загрязнении окружающей среды промышленным производством, еще о том, что сам человек является фактором, губящим природу. Это не природа рушила. Но я написал «Уходящая натура, и на камнях растут деревья». Сейчас их уже нету. А это, как архитектор скажу, это безобразие. Подвезли кран и давай бомбить. Хотя панели очень хорошего качества. И просто нужно было закладные детали срезать и аккуратно эти панели использовать дальше. Здесь есть панорамный снимок большого карьера. Она меня чем поразила, эта работа? Тем, что я как человек ощущал себя гномиком в стране великанов. То есть там вся техника очень большая, вся техника очень крупнокалиберная. И человек, он как маленькая такая песчинка среди этих огромных экскаваторов, погрузчиков и так далее. Также задачей выставки было передать красоту ландшафтов, бескрайние просторы степи, рельефные возвышенности и вместо смога чистое небо. Все живописные пейзажи рисовала Карагандинская область. Экспозиция показывает, какой может быть природа без негативного воздействия. Это мы специально разделили, чтобы зритель не только углублялся на экологических проблемах, чтобы он имел возможность посмотреть, как на самом деле природа прекрасна, и что не надо ехать за 100 тысяч километров, это Карагандинская область. То есть это все в пределах нашей области снято, это наша красота. И что все, что требуется от человека, это просто, ну, грубо говоря, убирать за собой. Не загрязнять природу, содержать ее в чистоте, и в принципе мы все будем жить в прекрасном пейзаже. Привлекающее внимание зрителей стала часть выставки, где работы фотографов демонстрируют их собственное видение той или иной экологической проблемы, авторское восприятие, взгляд и способ решения. Увидеть фотографии можно в Карагандинском экомузее. Экспозиция продлится до 16 мая. Дарья Чеканина, Зульхарна Есмахаев, Николай Шевелев, Пятый канал. Это была последняя информация выпуска. Спасибо вам за внимание. Увидимся завтра. До свидания.